Обаятельные и привлекательные, да еще и за рулем. В Красноуфимске впервые прошел конкурс водительского мастерства «Автоледи». Рев моторов, болельщики с плакатами и машины с лентами и шарами. Обязательные атрибуты такого конкурса. Наталья для украшения машины выбрала морскую тему. Знаете, я когда-то плавала с дельфинами. Вы не поверите, они такие теплые, хотя бы плавают в море. Не очень, я их полюбила. И они мне всегда нравились. Поэтому думаю, дельфины, они же как люди, они все понимают. С ними так приятно. Вы знаете, вы не поверите, мы с ним даже целовались, вот как он так тянулся ко мне. Это что-то, это никогда не забыть. Поэтому моя машинка называется «Дельфин». Я очень рада, что у меня есть такая возможность поучаствовать в таком конкурсе и представить свою машину. Это мой друг, помощник. А вот и первое задание. Творческая визитка. Чтобы оригинально представить себя и машину, автоледи подготовили сценки. Во мне вообще нету идеала. И зовут меня Татьяна. Я сегодня на машине. И к тому же езжу нереально. Когда за руль садится леди, ей надо должное отдать. Она уверена в победе. Шумахер может отдыхать. Следующий этап конкурса – это словно еще одна сдача экзамена на права. Припарковать машину в гараж и проехать змейку не составило труда. А вот маневрировать задним ходом показалось непростой задачей многим участницам. Мне не понравилось, как я заехала задом в гараж. Если я на работе, дома, заезжаю с одного раза, хотя у меня не широкий гараж, в принципе. Вот. И тут вот я два дня попыталась позаниматься, мне так удалось позаниматься. У меня тоже было, с одного раза я заезжала в гараж. Здесь у меня так получилось, что плохо. Оценка 3, если не 2. Леди Шумахер, Леди Гламур и Леди Очарование. Каждой участнице была присвоена отдельная номинация и вручены призы. Непростой задачей для жюри оказался выбор победительницы. В итоге было решено. Лучше всех показала навыки вождения и быстрее справилась с заданиями Ирина Нефедова. Она стала обладательницей главного приза. Эмоции просто зашкаливают. Буря эмоций. Просто не передать. Это волнение, страх. В себе, в первую очередь, открыла те качества, которые сегодня сама себе доказала. Это важно. Я горжусь собой. Участниц переполняют эмоции. Организаторы конкурса «Автоледи» строят планы уже на следующий год. В следующий год мы решили провести это мероприятие в 2 дня. То есть мы хотим сделать участниц, нарядить в красивые вечерние платья, и они у нас на сцене будут презентоваться себя и свое увлечение, кто они, откуда. Сделаем на 2 дня. Так что, дорогие наши красноуфимцы, готовьтесь. На следующий год вы обязательно должны участвовать в нашем конкурсе «Автоледи» уже 2015. Ксения Иноземцева, Марина Агалакова, Интера ТВ.